Химкинские автомойщики вступили в борьбу с распространением коронавируса. В частности, на этой автомойке на улице Гоголя в комплексное обслуживание включили дезинфекцию. Для начала машину, как положено, очищают от грязи, а затем опрыскивают хлоросодержащим противовирусным средством снаружи и внутри. По словам директора автомойки, средство сертифицированное, а сама дезинфекция бесплатная. И это не маркетинговый ход, уверяет предприниматель. Безопасность и здоровье превыше всего. Это лишние затраты для нас, очень большие. Но, тем не менее, это безопасность в первую очередь наших сотрудников, безопасность наших клиентов постоянная. Все-таки это наш город, мы переживаем. Если мы что-то полезно будем для наших химчан, для нас это будет хороший результат. Предприниматель признается, поначалу многие постоянные клиенты опасались, что дезинфектор повредит обивку в салоне и оставит неприятный запах. Теперь же убедились, приятный бонус довольно безопасный. И достаточно быстро проветривается. Вот сейчас открыл окно, уже все. Главное, дезинфекция проведена, все в порядке. По данным Роспотребнадзора, во внешней среде коронавирус живет от нескольких часов до нескольких дней. Так, оставаясь на алюминии, инфекция представляет опасность до 8 часов. На стали до 48 часов, на стекле и пластике 4 и 5 дней. Александр Сергеев, Николай Забродин, новости Химки ТВ.